2 марта в Нижнем Тагиле состоялся 5-й городской вечерний поход «Тагильский светлячок». Экскурсию с фонариками совершили более 1000 горожан. Маршрут в этот раз пролегал от памятника Ленин на Шаре по проспекту Ленина до светомузыкального фонтана. Светлячков провели по старым купеческим кварталам мимо бывшей Старобазарной площади. Участок проспекта Ленина от Комсомольской площади рассказал о советском периоде жизни города. На финише участников вечернего похода ждал горячий чай, развлекательная программа и сувениры. Группу участников похода сопровождали 26 опытных инструкторов и экскурсоводов, сотрудники клуба туристов «Азимут» и волонтеры-студенты педколледжа номер 1. Организаторами мероприятия традиционно выступили Центр развития туризма и клуб туристов «Азимут».